В ноябре месяце всегда мы молимся о тех людях, которые скончались раньше времени, погибли в дорожно-транспортных происшествиях при тех или иных обстоятельствах. И по традиции Святейший Патриарх Кирилл сегодня с посланием к нам ко всем обращается. Я его вам сейчас зачитаю. Обращение Патриарха Московского Христа Руси Кирилла в связи с днем памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Дорогие братья и сестры, ежегодно в ноябре месяце во всем мире отмечается День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Это побуждает всех нас сегодня не только вспомнить безвременно погибших и пострадавших, но задуматься о нашей личной ответственности за свою жизнь и за жизнь своих ближних. Что нужно сделать, чтобы дороги не превращались в зоны смертельного риска? В первую очередь, всем участникам дорожного движения, и водителям, и пешеходам необходимо быть внимательными и дисциплинированными, соблюдать правила, быть взаимно вежливыми и предупредительными. Причиной большинства аварий является нарушение правил дорожного движения. Пренебрегая ими, мы подвергаем себя смертельной опасности, не только себя, но и ближних. А это значит, что совершаем грех и нарушаем нравственный закон, который гласит: как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Важным фактором снижения рисков также является умение преодолеть в себе соблазны качества и соперничества на дорогах. Не агрессия, не стремление доказать свою правоту, а доброжелательность и снисходительность к ошибкам ближних – вот что должно стать нормой во взаимоотношениях всех участников дорожного движения. Еще есть нечто, что особенно необходимо нам в пути – это молитва. Она настраивает нас на правильный лад, ограждает от искушений, помогает быть спокойными, выдержанными и сосредоточенными. В этот воскресный день с особым усердием помолимся о тех, кто погиб, кто не дошел до нас или не доехал до своего дома, кто пострадал в дорожно-транспортных происшествиях, кто нуждается в нашей поддержке и участии. Будем помнить всегда, что жизнь – бесценный дар Творца, и грех относиться к нему пренебрежительно. Призываю Божие благословение на всех участников дорожного движения Кирилл, Патриарх Московский и вся Русь.